Всем здравствуйте, меня зовут Арина, город Санкт-Петербург. Йока, не мешай. Значит, в субботу я ездила в Радугу, там сходила в Аби, потом зашла в цветочный магазин Огород Маркет, но я не смогла заснять, у меня не было времени, естественно, поэтому я сегодня снимаю мои покупочки, что я приобрела в Аби и в Огород Маркете. Значит, сначала покупочки мои с Аби. Мои помощники очки. Так, вылез. Значит, вот такой опрыскиватель. Дорогой что-то оказался. Там ценника не было. Думаю, ладно. Думаю, ну всяко не будет. Дороже 100 рублей. 99 рублей. Дорого-недорого? Дорого. Я купила для... от вредителей, а не для... Ну, опрыскивать что-то там такое вот. Вот, соответственно, так как у меня вот эта роза, поганка такая, понимаете, я больше розы никогда не покупляю. Вот. Никогда не куплю, потому что от нее, то самое, мне еще один цветок заразился. Видите, вроде бы как поставила, смотрела там через лупу, все. Ну, наверное, проглядела или только начальные были стадии, что не углядела этого самого клеща. Какого клеща? Паутиного. Значит, фитоферм, защита от насекомых, вредителей, как раз уничтожает паутиного клеща, тлю и трипса. Три в одном. Как говорится, ну, вроде как я его распознала, паутиного клеща, это он, 4 мл. Я взяла на всякий случай две штуки. Я знаю, что надо в растение взять это самое, такой мыльной водой опрыскать. Было там зеленое яблоко, но что-то оно мне показалось дорогое, это такая вот опрыскиватель. Господи, я до этого как-то тоже уничтожила паутиного клеща еще давно-давно на одном цветке просто одной мыльной водой. Ну, тут я как бы не решилась, думаю, ладно, возьму, почему бы и нет, 25 рублей стоит один пакетик, взяла. Да, сразу покажу, чтобы сюда складывать удобнее было. Это я купила в рядах, специально вот такой вот тазик, чтобы смешивать. Мне тут землю, то есть у меня все было такое маленькое, как раз вот это большое, самое то. По-моему, то ли 88 рублей стоило, что-то так особо недорого, но мне тазик понравился. Он такой крепкий, очень хорошего качества, удобно держать, то есть все, насыпал, понес. Делай, что хочешь, сколько хочешь, столько и засаживай земли, цветов. Вот такие вот средства. О, я так киданула. Вроде нормально. Потом Максим. Значит, мне одна девушка, значит, моя зрительница, мои зрители любимые, зрительница любимая, значит, посоветовала одного блогера. Он по суккулентным. Я научилась правильно выговаривать это название. Вида подвида, не подвида, а рода, наверное. Ну вот. И он там объяснил, он как раз по этим растениям. Все, я же накупила, я же нахватала, я же от жадности это, понимаете, набрала. Вот, когда такие маленькие детки-то такие совсем они пусенькие, не такие дорогусенькие, я поэтому и набрала. И вот он посоветовал. Сначала посоветовал с магазина принести, взять вот эту крохотульку, значит, вытащить, не бояться, замочить на 10-15 минут, у меня записано, ну, такое вот. Зовут его Евгений, замечательно, значит, я тоже думаю, что там за ботаник такой будет? О, такой мужчина, знаете, накачанный, то есть, вернее, молодой человек накачанный, такой даже, знаете, мне подумалось, байкер похож. Ну, знаете, и так вот он именно влюблен вот в это дело, вот это вот растеневодство, занимается, как говорится, у него огромная теплица, он также это продает, у него есть сайт, но не суть. И вот он так самозабвенно, так с таким вот, знаете, вот отдачей все рассказывал и посоветовал, то есть вот при покупке в магазинах, да, не в теплицах, там, не в питомниках, а именно в магазинах, обязательно вытаскивать, то есть, естественно, рассматривать, чтобы не было никаких вот нижних листьев уже испорченных или засохших. То есть, если они внизу, значит, это растение, скорее всего, уже корни начали гнить, то есть как то ли залито, то ли они плотно в горшочке, то есть ему вот это вот очень тесно, ему надо... Ты же потом расскажу. Ты перескочила. Вот. И вот он посоветовал после покупки в конфидоре замочить на 5-10-15 минут. У меня записано где-то так. Ну вот. Это сам потом... И вот он, если кому будет интересно,
Напишите, я оставлю ссылочку на его канал, то есть кто занимается именно этим суккулентом. Мне очень понравилось, я даже удивлена была и очень много чего подчеркнула для себя. 50 рублей стоит. Этого мне хватит на все мои эти самые. Но я посмотрю, как потому что один грамм на 4-5 литров воды мне столько не надо. То есть это намного-много хватит. И здесь, видите, вот такая вот защелочка, то есть это можно чуть-чуть отсыпать, закрыть. Для другого ряза. Вот, это вот такой вот. Также посоветовал этот вот Максим защита. 32 рубля стоит один пакетик. Я взяла два пакетика. Это 4 миллилитра. Вот это вот защита цветов и картофеля. От кого мы защищаем? Значит, мы защищаем от гнили. То есть это также полить. И... А, да! Ну, это я уже потом поделюсь. Извините меня, что я так скачу. Ну вот. Ну и как бы вот это вот от всякой гнили, от всякой... Конечно, есть такой фитоспорин. Ну, раз он это посоветовал, Максим, я решила попробовать. Все-таки суккулентов набрала, покупала. Вы в прошлом видео должны были видеть. Далее. Купила. Также в Аби. Так. То, что купила. Вот такие горшочки. Они небольшие, очень крепенькие. То есть, если этот суккулент разрастется, то есть, это самое, он, даже если ему будет места мало, со своими деточками, если он с деточками, он не разорвет горшок, даже на нет такой способный, представляете? Вот. Вот с таким поддончиком стоит 39 рублей, это размер 120 миллилитров. С батоном, да, кашпом. Вот, ну, мне понравился такой симпатичненький, такой дизайн, нить его. Вот, вот такой вот маленький. Мне совершенно будет нормально. То есть, как он сказал, что даже если сажать, ну, значит, там... А, нет, еще не все покупочки. Ну, это я как бы оставлю. Мне чуть попозже дальше расскажу, чтобы было все понятно. И в Фикспрессе сегодня докупила вот такие вот горшочки два. Это тоже на будущее для суккулентов. Что я там... Слушайте, я уже сама себе ругаю. Держите меня семеро. И точно не удержит, понимаете, ни уговорами, ни силою, ни угрозами, ничем. Я ненормальна. Я сама это признаю, прекрасно признаю. Ставить некуда, но я беру, покупаю. Все, я вот обещаю, что я больше не пойду. Я не пойду больше в магазин. Сейчас покажу. Но удержаться я не смогла. Не, ну как можно удержаться от такой красоты? Посмотрите, это уже цветок, вот тут первый. Раз. О, сейчас ниже еще. А посмотрите, какие они огромные, эти цветы. Видите, да? Это вообще. Это вот целый такой с мою голову. Офигеть может. Это семейство Моралис. Аморалис, Моралис. Что-то такое вот нас продавщик с продавцом. Гиппиаструм. Гиппиаструм называется. Стоит, я даже раскошелилась, понимаете, я даже не пожалела 600 рублей, 599 рублей, я не пожалела, я купила, я не смогла. У меня есть наподобие два цветка, они немножечко другие называются, вот они вот такие, вот смотрите, вот, то есть это такая стрела, вот, то есть она какая-то, знаете, вот странная стрела на две, то есть она срослась, как близнецы, понимаете. Стрела близнец в две. Вот тут вот они немножечко расходятся, а здесь они вместе. То есть вообще, во. Смотрите, прикиньте, да? Она какая-то такую стрелу, да? И так, такой шикарный цвет. Так, еще помимо еще здесь два бутона. То есть как вообще я могла, да? Вот скажите мне, вот такую красоту, мимо такой красоты пройти я не смогла, правда. Так, далее. Извините. Вот. Это вот мои покупочки, господи, в Аби, Оби, как правильно называется, напишите мне, пожалуйста, на ударение на какую букву. Вот, что я купила в нет, это же еще не все, простите меня, Эхиверию. Вы знаете, вот интересно, я не специалист, я в этом деле не особо, я только начинаю вот в этом разбираться, читать, смотреть. Здесь написано Эхиверия, зона, вот такая вот Эхиверия, очень красивая по мне. Но вот это Евгения ночевает, говорю, называет вот эти вот суккулентные, называет эчеверия. Я еще не знаю, как так, эхиверия, эчеверия. Ну,
Так написано, я так и говорю. Вот. И он как бы сажает большие горшки. Вот эти вот суккуленты, не маленькие, большие. То есть, как он объяснил, что меньшая вероятность в больших горшках загнивания именно вот этих суккулентных. Вот. Потому что удобнее будет поливать. Хотя, знаете, он поливал так, я вообще офигела. У меня тоже мысли такие были, блин, ведь как он поливает? Он поливает, потому что столько цветов, а их, как мне объясняли, я читала, их нельзя поливать сверху, потому что туда вот в розетку попадет вода, будет загнивать. Я думаю, интересно как. А оказывается, он говорит, интересно, а в природе как? В природе растет-то. Ну вот, и ничего его не прикрывает от дождика-то, и все туда попадает, капли, то есть капли. И он, знаете, как из душа поливает вот эти вот свои вот большую плантацию различных суккулентов, понимаете, различных. У него нету, что значит, одних он так поливает, других так, он всех поливает одинаково. Ну вот, ну у него, соответственно, вот такие вот как бы стараются большие горшки, чтобы, соответственно, не было вот этого вот, знаете, чтобы хорошо проникал воздух, чтобы была вот как бы вентиляция, да, ну вот. Землю специальную, но вот, то есть я тоже его послушалась, наслушалась, но покупала, сейчас все покажу. Вот, и у него, знаете, вообще такие монстры, вот такие вырастают. Даже больше горшок. Вообще там горшок, по-моему, у него было на 10 литров в одном виде. То есть, извините, что я так долго расскажу, но просто, знаете, я настолько вот как бы очаровалась ни с того ни с сего суккулентными. Смотрите, какая красота. Невероятная. Вот тут такие, если вам видно, бордовые точечки. Даже такие размазня. Стоит 199 рублей. Вот такая красота. Я смотрю. Смотреть надо очень внимательно. Надо смотреть. Вот, то, что если какие-то вот повреждения, это повреждения, это не связано ни с болезнями, да, ни с вредителями, ни с чем. Соответственно, просто надо смотреть, чтобы не было сухих листочков вот здесь вот снизу, нижний. Да. Сверху ничего страшного. Поливать надо очень редко. Раз в месяц. То есть, если вы не хотите, чтобы... Что ты хочешь? Опять-таки, это все, опять-таки, все зависит от земли. И ваши планы на этот цветок, если вы хотите, чтобы они росли огромные и большие, ну вот, то надо поливать чаще и, соответственно, там определенная земля, да. То есть, если он будет сажать его просто, даже можно посадить в камушки, да, вот это вот, в гравий, как он сажает, то они будут маленькие, они очень долго будут расти. Если посадить его, что надо? Ёлка, блин, достает меня. Ну вот, если посадить... там перемешать, там свою землю намешать, все сделать, то они, как говорится, будут больше питаться, больше разрастаться. Естественно, их надо еще меньше поливать, потому что там будет именно земля, вот этот торфяной грунт, то есть надо будет брать именно такой вот, потому что он, как он объяснил, спрессовывается, да, вот это, а суккуленты, они любят воздушную землю, чтобы там было, как говорится, больше воздуха, меньше влаги, то есть вот такое, то есть они перенесут любую засуху, нежели залив. Вот, ну вот, вот так вот я вам рассказала. Дальше, что я купила? Купила в огород маркете, себе показала. Что-то куда-то, знаете, чек берегла, куда-то дело, не помню, не знаю, не нашла, странно. Это вот я для вот этой обалденной красоты белого цвета, сейчас я уже не помню название, сложное для меня, гипе что-то. Ну вот, это Теравита, живая земля, вот я взяла 5 литров, сойдёт биогумус. Это вот я для нее взяла, потому что я еще туда добавлю вермикулит. Добавлю еще кое-что покажу. Вот как раз я купила вот этот вот землю, я не помню, сколько стоит. То ли 50 с чем-то рублей, то ли 64 рубля. Что-то такое вот. Грючек дурында не взяла. Опаньки, а здесь... Ну, конечно, размечталась. Нет, цены тоже нет, но это тоже стоило недорого. Не помню, то ли в районе 50 рублей, то ли 60. Уникальный разрыхлитель почв. Агроперлит. Вот я вот такой взяла. Здесь у нас... перлитров. И когда вы перлит начинаете сыпать, лучше желательно одевать какую-нибудь масочку, чтобы вот этим перлитом не дышать. Ну, ёкочкой, прости меня, пожалуйста. Вот как бы я смешаю, то добавлю туда этот перлит, добавлю туда песок. Желательно, конечно, крупный по размеру песок, но был только речной, что называется, мелкий. Мелкой фракцией, как они называют. Далее купила землю Биогрунт Экофлор. Он, конечно, советует немецкого производителя земли, но, к сожалению, где я там не поискала, ни в Аби, ни в Огород-маркете не было немецкой земли. Пришлось, ну что делать, придется брать
Оригинальная Биогрунт Экофлора. Интересно, где берут. Для кактусов и суккулентов с добавлением природного экстракта озерного сапропеля. Что такое сапропель, честно скажу, не знаю. Живые биогуматы и ассоциация микроорганизмов. 2,5 килограмма. Тоже что-то недорого. Вот, папа купил автомобиль. Значит, естественно, я в одну эту землю не посажу. Я сюда добавлю, сейчас добавлю вермикулит, немножко добавлю песка, так как он не крупный, но чуть-чуть совсем, потому что он тоже спрессовывается, земля спрессовывается, суккуленты не любят спрессованную землю. Вот. Почему я не могу найти? Так, азот, фосфор, калий и далее микроэлементы. Далее, вот что самое такое главное я искала. Конечно, гравий я нигде не нашла. Я не знаю, может быть, гравий я бы в строительном нашла. Может быть, действительно в строитель сходить. В какой-нибудь строительный магазин, понимаете. Но опять-таки в Аби не было. Ну ладно, не суть. Вот такой. Вот это цеолит природный. Значит, 3-5 миллиметров. Килограмм 120 рублей. Здесь же цена присутствует. Значит, это используется в качестве компонента почвы смеси, содержит калий, кальций, кремний, магний, марганец, бор, цинк, молибден. Благодаря добавлению этого минерала грунт становится рыхлым, воздухопроницаемым, накапливает большое количество влаги и отдает ее постепенно. Кислотность цеолита близка к нейтральной, то есть ее можно вместо гравия, да, вместо вот этих камушек. Но вот ее даже, вот этот вот цеолит, его можно даже, знаете, вот поверх, вот цветок посадили обычный цветок. И вот вокруг цветка, это мне так сказали, посоветовали. И вокруг цветка вот это вот поверх, вот так вот вокруг, чтобы никакой там ни плесени не возникло, ни еще чего-то, ни мха не выросла, и еще чего-либо такого неприятного. Вот. Вот это вот. И все будет замечательно. Ну, я так надеюсь. Вот. Но это я купила для суккулентных. То есть я беру землю. Большая часть количества я беру вот этого цеолита, потому что земли надо поменьше. Потом вермикулита насыплю и немножко песка. То есть вот такой будет почва смесь. Вот. Я взяла 3 килограмма. Тут я думаю, что сумка такая тяжелая. 3 килограмма я взяла. Я сказала про этот цветок, да, за нами сказала. Ну вот, 3 килограмма я взяла вот это вот средство такое для суккулентов. Замечательно, только в одном месте нашла, в огород-маркете. Она сказала, быстро разбирают и заказывают, в этом много спрашивают. То есть, думаю, значит, раз так, значит, надо. Все, на этом все, все мои покупочки, да, все рассказала, но цветок это просто волшебный. Вот, хотя сестра мне сказала, он экзот, будет сложнее его выращивать, но я... Знаете, я подразумевала, потому что так как у меня такие подобные, я вам еще до этого в одном видео показывала, где в тарифах, показывала, какой у меня цветок он взял, вот распил, дал мне два вот этих вот, что вот эти, две стрелы. Ну вот, и столько цветов, бутонов у меня расцвело потом вот это все, такая красота. Ну вот, у меня таких вот два вида цветов. Не менее капризные. Это надо как бы так вот. Ну, я попытаюсь, потому что, ну, знаете, вот, ну что-то я не смогла. Потом женщины стояли, выбирали, я вот выбрала. Да вот. И я надеюсь, что все будет нормально, надо вот пересадить, потому что там они, походу, это заливали. Уже клубень такой более. Ну, не суть, посмотрим уже дальше по клубню. Все. Это уже вам будет неинтересно. Вот на этом все. Опа. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Огромное-огромное вам спасибо. Кто еще не подписался, подпишитесь, нажимайте на колокольчик, приходите, смотрите, пишите комментарии. Для меня это очень важно. Я на все комментарии стараюсь отвечать, вы знаете. Если я вдруг не ответила, это значит, я не увидела. Значит, YouTube... Хулиган такой, он часто вообще как бы не сигнализирует ни о комментариях, ни о каких блогерах я смотрю, потому что новые вышли видео. То есть вот он, я не знаю, что-то он меня не любит в этом плане, плохо ко мне относится, потому что вот какие-то вот такие вот выкрутасы он в мою сторону там выкидывает, коленцы, понимаете. Вот, ну и хочу вам пожелать крепкого здоровья, не болейте, мои дорогие. Всех благ вам, ангела-хранителя, вам и вашим близким, деткам.
Также вашим питомцам, что питомца вы к ветеринару водили только на прививку и более никак, чтобы они были здоровые и жили долго-долго. Вот. Ну, замечательного ли это, что вот такой вот, как вот у нас сейчас, 25-28 градусов у вас было. Все лето оставшееся, которое у нас вот предстоит до августа, да, вот это вот несколько дней в июле, чтобы такая жара стояла, и пусть еще и в сентябре тоже, пусть будет. Но вот. Ну и мирного неба над головой, дружба между народами, уважение, взаимопонимание между разным вероисповеданием. Всем до новых встреч, до свидания!